Всем доброго времени суток, и наступило время для рубрики поздравлений от папы Валеры. Всем большой привет. Те, кто родился сегодня, 8 августа, примите от меня искренние поздравления. Благодарность Вселенной за ваше рождение на этот свет, и я больше чем уверен, что мир стал лучше с вашим появлением. В свою же очередь от себя пожелаю, как бы оно ни казалось, заезженным или нет, но стандартное такое пожелание, чтобы было счастье, было здоровье, было богатство, были финансы, и чтобы самое главное было здоровье. Примите эти поздравления от меня. Я желаю вам от души всего самого наилучшего. Показатель, наверное, душа такая, что хочется, чтобы отсюда, вот отсюда вырвалось прямо такое все, вот что самое наилучшее есть, и отправилось к вам. Дорогие именинники, также примите и вы поздравления с вашими именинами. И также я вам желаю здоровья, счастья, радости, добра. Я вот на таком виде стою на данный момент, но это не означает, что я уже приехал к своей маленькой девочке, хотя здесь есть и пальмы вот такие красивые. Вот как-то так получается, что сегодня я, если посмотреть мне за спину туда, там будет грузино-абхазская граница. И вот за двое суток получилось посетить грузино-турецкую границу, а теперь грузино-абхазскую границу. Это все, чтобы искупаться на море. Как-то так. Что касается сегодняшнего дня, сегодня оказывается Всемирный день кошек. Вот всех, у кого есть кошек. Здоровья вашим малышам, вашим деткам, вашим питомцам, как вы их называете, я не знаю, вашим друзьям, братьям, сестрам, кто как это называет. Ну и воспользуясь случаем, я Милке и Баксу передаю привет. Будьте здоровы, Милка, Бакс. Ваш сегодня день, веселитесь, играйте, но аккуратно, хорошо? Только чтобы вас потом дома можно было найти. И если кошки меня сейчас слышат, некоторые говорят, кошки, когда смотрят ники, лезут на экран, начинают там разговаривать как-то. Так вот, может, мой голос тоже уже знают, поэтому будьте послушны, пожалуйста. Но многие кошки, которые теперь меня слышат. Что сегодня еще за день? Сегодня вот такой чудный день рождения холодильника. Ну, как-то вот его взяли за сегодняшний день, объявили, хотя я знаю, что еще наши предки, они умудрялись каким-то образом выстроить так очень интересно на ручейке какой-то вот, как они правильно, маленькие мини-холодильники, да, деревянные, каменные, и они охлаждали там благодаря каким-то потокам воздуха, через воду охлаждение, в общем, у них были холодильники. Ну, принято считать сегодня днем холодильника, я думаю, это гениальнейшее изобретение на самом деле, которое облегчает нам очень сильно жизнь. И особенно вот в такую жару приятно подойти, открыть и достать что-нибудь холодное попить. Вот, поэтому вот такой сегодня еще день. Сегодня также еще, насколько я понимаю, день созидания у нас сегодня. То есть это что-то создавать, да, созидать, что-нибудь творить. Вот я желаю, чтобы кто меня сейчас слышит, видит, чтобы у вас вот этот творческий прорыв произошел, у кого он не происходит, у кого его нет, а у кого есть, еще больше усилий приложить к этому и сделать то, что вы делаете, настолько вот, знаете, как в сегодняшнем дне. Сегодня еще день, знаете, какой называется, день счастья случается. Ну вот, наверное, чтобы вот это счастье, к которому вы будете стремиться, да, чтобы оно случилось через вашу работу, через ваше созидание. А кто просто решил, ну, ничего не делать, так просто на пальму посмотреть, пусть этот день счастья случается будет и у вас. Всем желаю приятного настроения, хорошего настроения, приятного времени суток, приятного провождения. И, наверное, пока до завтра, скорее всего. И до завтра на встрече на канале Папа Валера. Так что всем хорошего дня, всем большой привет. Пока-пока, до завтра.